сегодня после Дня Победы, вот в День Победы бы такой вот денек был бы. Замечательный денек весенний. И вот у нас здесь посадили много-много деревьев. И иду я, смотрю, Биг Мак валяется. Почему бы его не съесть? Наверное, надо съесть. Тем более у меня еще чек есть на него. Не подумайте, что действительно я буду есть то, что валяется на земле. И вот здесь такое место, так и хочется вот съесть Биг Мак и выпить за победу. И денек такой замечательный. Вот такое дерево расцвело рядом. Такое пушистое, столько цветов. А я не знаю, что это за дерево. Ну-ка, вот я. Вот, что это такое? Ничего себе! Распушилось как! Да-да-да, весна пришла. Пришла весна. Вот какая красота. Самое лучшее время, наверное. В году это весна. Возвращаюсь домой опять, но не могу я пройти мимо этого дерева. Ну надо же, а? Вот это... Сколько яблок, наверное, здесь будет, если оно действительно яблочное. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно, красавица какая, надо же. Вот это да. Вот это да. Вот оно. Вот это да. Вот я зашел домой в свой подъезд и в течение одного месяца сделал свой подъезд достаточно интересным. Вот вчера, например, вот такую композицию сделал. Вот такая композиция. На мусорке нашел ингредиенты. Здесь то же самое. Подоконник. И то же самое выпуклое стекло. Ну вот здесь вот тоже. Человек должен заходить и сразу радоваться. Он идет домой. И дети тоже будут радоваться. И взрослые будут думать, что их ждет виноград и персики дома. И здесь тоже. Это все недорого. Это надо просто захотеть.